Конечно, мы знали уровень противника, но мы готовились к нему, знали, как играть, и, в принципе, мы выполнили всю установку, и я думаю, мы заслуженно выиграли. Первые минуты было так чуть тяжеловато, а потом уже более-менее влился и стало легче. А после гола еще как-то легче стало. Все равно мы не расслаблялись, и до конца мы верили, что выиграем.